Всем здорово, ребята! Итак, мы сейчас будем играть наш чемпионат. 14-й тур против Света. Слава! Погнали, пацаны, погнали. Это предпоследний тур, ребят, предпоследний тур. Ну что, не будем мы, наверное, катать вату. Катать вату я не буду, ребят. Буду играть. Ну, по крайней мере, блядь, звук забыл выключить, ёбаный рот. Сейчас, ребят, звук отключу, чтобы никто не беспокоил. Эх, бля. Там, я такой бы забил, но только не когда играю на видосы в чемпионат, ребят. Пум-пум. Красотища забивает Святослав. Красота неописуемая. Итак, это первая наша игра, ребят. Будет сыграно 4 игры. Здесь, в России. Ну что, ребят, подходит наш таблицный чемпионат к концу. И там уже у нас дофигища пацанов, которые уже там на первом, на втором месте, их уже за эти два тура уже никак не подвинуть. Вот. Бля, как такое мне попробовать забить-то? Давайте вот так вот попробуем. Бля, красиво, красиво. Боялся, что зацепит мой. Итак, пацаны, счет становится 1-1. Так, попробуем ударом от угла вкатить. Блять, опять не получилось, ну ладно. Так, что я говорил, пацаны. Чемпионат табличный почти закончен у нас. И... Пунь-пунь. И скоро нас ждет плей-офф, ребят. Не знаю, пройду я туда или нет, но может выкарабкаюсь как-нибудь с 8-го места. А там уже дальше будет жеребьевочка, ребят, как в том, в первом нашем чемпионате. Вот. Ну, посмотрим, пацаны. Посмотрим. Так. Что здесь мне сделать? Давайте вот так, что ли, врубанем. Подстава. Я бы такой забил. Да ладно. Как так-то? Давайте вот так сделаем. Потому что у него ворота перекрыты. А других я не видел, просто ходов. Бля, тут как забить. Давайте вот так, что ли. Бля, это тоже подстава, и такое уже он точно не простит. Такое не простит. Да, да, я так и знал. Так и знал. Ну ладно, хотя бы зрелищный матч. Не вот это уёбство угловое, которое меня бесит. Хоть играем, кто подставу первый сделал, тот и проиграл. Получается, что так. Такой можно постараться, ребят, на тоненького, блядь. Ну, я такой забиваю раз в 505 лет. Ну, я же сказал, раз в 505 лет. А такой можно забивать. Просто спокойно делать 3-1 счет и побеждать в первой партии. Я бы вот этим верхним бы, да, я бы так же бы бил. Ну, чуть-чуть, да, не точно. Чуть-чуть не точно. Пум-пум, бля, заебали все писать. Так-с, ребят. Пока что я проигрываю 2-1. 3-1. Да, это нереальный гол он забил. Между двух фишек так тихонько еще катнул. Легонечко и пробил. Ладно. Будем дальше стараться. Пока первые две партии я буду катать... Ну, буду лупить. Если я сейчас проиграю еще раз, уже мне просто хотя бы одно очко нужно набрать в этой игре. Я уже буду стараться, уже будем катать по углам. И первой партии я рискую, ребят. Просто рискую. Бля, вот никогда на видосе не получится. Я же говорю, никогда на видосе не получится, чтобы вот от уголка от этого красиво залетел. Никогда. Всегда...
будут миллиметражи, хиражи, но не влетит никогда мяч. Ну, тут вообще что-то нереальное. Я не знаю, как тут. Давайте вот так попробуем. Это, подставы сделаю. Наверное. Хотя не. Ну, если он ударит, может им шальным ударом каким-то влететь. Ну, нет, не влетает. Давайте вот так вот попробуем. Тун-тун. Бля, отверху попробуем, ребят. Получится, нет? Не, не получается. Слишком круто взял. Слишком круто. Но это да, подстава. Подставу он делает. 1-0. Конечно, мы и воспользуемся, ребят, подставочкой. Давайте еще раз в угол пробуем. Опять не получается. Ну и ракурс не такой уж, чтобы попасть в этот угол. Фишка стоит не так, как хотелось бы. Ну, сейчас мы разобьем ворота. Слишком у него же скопление большое. Куда ты, Свет? Играй. Не выходи. Бля, ребят, проблемы. Че у него с Инетом-то случилось? Бля, я веду 1-0. Сейчас переигрывать, что ли? Блядь, жестко. Да, еще, походу, выйдет. А, не, смотри, вернулся Свет, молодец. Я все думал, сейчас будем переигрывать. Ну чё, ребят, попробуем мастерский удар. Напишу, зацени этот трюковой удар, но я сам не верю, что я его могу забить. Ну, попробуем. Нет. И такое, конечно, можно в пустые ворота, как тут не забить. Нереально просто. Да ну нахрен, как? Я такой тоже не забью. Смотрите, пацаны, я же не супер мастер. Сейчас в своего попаду. Да ну нахер, мяч вколачивается просто в верхний угол. Жесть. И сейчас мы попробуем уголок. И опять, бля, третий раз, пацаны, третий раз не получается. Просто не получается. Такой можно в верхний угол вкатить или коснуться. Да, коснуться, и мяч влетит. Да, забивает. 2-1, ребят, счет. Ну что, может и повезет, а может и нет. Посмотрим сейчас. Так, давайте вот так ударим. Ну, такой, ребят, я уж должен реально забивать, если получится. Да, ребят, он меня 3-1 выиграл первую партию, теперь я 3-1. Пока что 1-1 на счет. Ну, вы видите, ребят, мы играем без сраных углов. Мы тупо бьем. Тупо бьем, и тут уже решает судьба, как станут твои фишки, где остановится шар, сделаешь ли ты подставу или нет, ребят. Видите, в первой игре я подстав сколько сделал, проиграл. Во второй Света сделал сколько подставы, проиграл. Вот. Ну, такой, давайте я со всей дури ударю. Может, вколотится, блядь. Да, вколачивается мяч. Думал, сейчас от фишки опять куда-то вверх улетит. Так, давайте... Блин, в углы неудобно тут бить. Давайте вот так, что ли. Туду-туду. Ну, тут по прямой можно забивать. И делать 1-1 счет. Давай, Свет, старайся. Захерачь в нижний угол. Так же вколоти, как я тебе вколотил. Блин, да ладно. Как ты не вколотил так? Как? Офигеть, и я не вколачиваю. Считал, простой был удар. Ну, такой, да, надо забивать. Угу. Как говорится, не забиваешь ты, забивают.
тебе красивые-красивые голевые матчи, ребят, никто никого... Ну, как бы по 3-1 мы друг друга разгромили. Но не в сухую же. По одному голу было. Бля, такой забить нереально, у него там на воротах просто... Ну, я так и думал. Ну, я знал, что будет близко, но... У него на воротах, вон, два игрока стояло. Так, тут как нам ударить, пацаны? Чё, в верхний, что ли, или вниз? Блять, и не вверх, и не вниз, тупо посередине его фишку ударил. Такой можно постараться. Нижней фишкой от борта. Можно, можно, можно забить такой. Бля, опять проблемы у него с инетом. Бля, пожалуйста, не выходи, нет. Надеюсь, сейчас зайдет. Напомню, пацаны, у нас пока что 1-1 в серии. Это третья игра. Блять, будем переигрывать. Это не считается. Так, та-ра-та-та-та-та-та. Будем переигрывать, ребят, третью партию. Третью и четвертую играть. Что случилось там, я не понимаю. Друзья. Будем ждать, ребят. Я не такой человек, который, когда человек вышел, сразу все мне победа присуждается. Я буду играть до конца, и это все на видос записываю, пацаны, вы сами все видите. Играем с ним до конца. Пока что 1-1 у нас. Было 1-1 и в партии, но сейчас начнем все заново. Если он зайдет. Ждем Свету. Где он там пропал, блядь? Святослав, где ты? Бля, что-то с инетом у него, походу. Во-во, заходит он в игру. Походу, вылетел. Ждем, пацаны. Я ему кинуть уже не смогу, только он мне сможет кинуть, потому что у меня уже черным горит. Сейчас кинет. Будем играть. Во, поехали, ребят. Извините, так получилось. Ну, играем заново третью партию. 1-1 пока что в серии. Все по-честному, ребят. Начинаем третью партию. Зачем? А, ну типа, чтобы 1-1 был? Ну давай, я понял. Он хочет сделать так, чтобы счет также был 1-1. Пацаны, мы делаем, короче, 1-1 и уже играем по-настоящему. Типа, матч прервался с 1-1, и с 1-1 сейчас он и начнется. Ну, блядь, справедливо, в принципе. Молодец. Красота. Это называется фэрплей футбольный. Хоп-хоп. Давайте тоже разобьем его, попробуем. Бля, если он в эту дыру попадет, это он будет просто супермастер. Но я не верю в это. Угу. Так, что тут мы сделаем, ребят? Давайте разобьем. Плоховато разбил. Что, он отверху попробует в эту дырочку вкатить? Угу. Попробовал, но не вкатил. А мы попробуем... В дырочку тоже. Ну, тут дырочка-то была побольше. Да, спасибо, Свет. Да, красиво ударил. Я сам думал, не забью. Но забил. Такс. Когда же уже от угла-то мяч закатится в ворота? Походу, никогда. Тун. Бля. Извини, здесь не могу сильно ударить, у тебя все ворота закрыты, это, блядь, стопроцентная подстава будет. А сейчас я разобью твои ворота.
потому что они очень закрыты, просто очень. Это просто что-то нереальное! Согласись! Просто что-то, блядь, жесткое. Гол, конечно, пацаны, третий сейчас получился, блядь. С области фантастики просто. В смысле не можешь? Бля, еще одна игра же, Святослав, ты чё? Мы только... Мы же только две сыграли с тобой. Ой, три только сыграли. В смысле не можешь играть? Ты другое поле хочешь? Давай, давай. Или ты нечаянно нажал? Еще один матч. А, вот деньги, что ли, кончились. Ну, давай здесь. Итак, пацаны. Играем, перешли с России на Соуш-Африку. Здесь уже до двух голов. Походу, деньги у Света кончились. Вот. И, пацаны... У нас будет или ничья, или моя победа. Пока что в серии, ребят, 2-1 счет. Сейчас посмотрим. Ну, я, конечно, буду стараться победить, ребят. Мне 3 очка нужны, конечно, очень. Ну, будет как будет. Сейчас посмотрим. Так, что тут нам сделать? Давайте вот так. Не знает, можно ли ему такой забить или нет. Наверное, да. Как-нибудь отверху. Ну, это подстава из подстав. 1-0, пацаны, становится счет. И отделяет меня один гол от 3 очков. Один гол. Давайте все-таки попробуем этот наш угол. Когда же он получится? И опять, блин, не получается. По-моему, пятый раз я уже пытаюсь таким ударом забить, и все никак не получается. Давайте разобьем. Давайте вот так ударим. Я уже не рискую, пацаны. Охота выиграть давно и никого не побеждал. То ничья, то поражение. Спасибо за игру, Свет. Это было прикольно. И гол, конечно, в той партии был просто очень красивый. Давай я заскриню, чтобы поставить в заставку. Блять, хуль не скринится. Блять, хуль, чё не... Ну, я надеюсь, что оно само завпечатлится. Короче, спасибо, Свет, за игру. Классно играли. Без углов сраных. Вот это мне больше всего понравилось. Правда, когда без углов катаешь, вот так лупишь, не всегда получается побеждать. Ну, как говорится, это и просто игра. Просто игра. Свет, спасибо за игру. Пацаны... Поставьте лайки под этим видосом. С вами был Рома Н. Всем пока. Свет, спасибо за игру. Ребят, я победил. 3-1 в серии. Ждем 15-й тур. Всем пока, всем удачи. Ставьте колокольчик. Новые подписчики, подписывайтесь на канал. И поставьте лайк видосу. Всем удачи, пока. Пока.